Вон аппарат стоит, да, дозаторы вы видите, мониторы видите. Ну, то есть все необходимое реанимационное, специальный столик. В палатах инфекционного корпуса клиник СамГМУ все готово для приема пациентов с коронавирусом. Необходимая аппаратура в наличии, подготовлен и медперсонал. Медики находятся в отделении в специальных защитных костюмах, в которых будут проводить по 4 часа в день. Сверху одевается респиратор. Потом одеваются защитные очки, да, потом защитный капюшон. Под этим изначально одеваются по последовательности первая пара перчаток, да. Когда уже костюм уже одет и герметичен, одевается поверх вторая пара перчаток. Жарко? Ну, да, конечно, он герметичный, но дома, в принципе, это все-таки терпимо. Этот корпус построен в 1935 году. В то время много внимания уделяли инфекционным заболеваниям. Адаптировать именно это здание под ковид-центр было проще, потому что изначально здесь продумана система входов и выходов для организации безопасных маршрутов. В инфекционном отделении проделана большая подготовительная работа, налажена система кислородоснабжения, помещения разделены на зеленые и красные зоны, подготовлены приемные боксы и душевые, пункты утилизации и дезинфекции, завезено все необходимое оборудование. Здесь будет реанимационный блок, здесь будет два инфекционных отделения внутри одного большого инфекционного отделения. Здесь есть возможности для диагностики. Рентген-кабинет, переносной рентген-аппарат, два аппарата ультразвуковой диагностики. Один используется для функциональной диагностики сердца, сосудов, другой для ультразвуковой диагностики. В корпусе ежедневно будут трудиться 80 медработников. Первые пациенты с подозрением на коронавирус начнут поступать сюда с 19 мая. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.